Конечно, тебе меня не понять. На протяжении 22 лет я испытывал то, что испытываешь сейчас ты. Потому что на протяжении всей своей сознательной жизни я ниже, чем окружающие. Даже 6-летний ребенок, мать его, первоклашка, выше, чем я. А мне 22. Ты сейчас понимаешь, каково быть мной? Mm-hmm. С меня смеялись. И сейчас с тебя могу посмеяться, это я. Ха-ха-ха! Вот так вот. Понимаешь, о чем я говорю? Это не просто. Это не просто быть маленькими и не просто быть высокими. Вчера я родился вновь высоким, так как ты не был маленьким. И мы сейчас поменялись, мать его, телами. А понимаешь, о чем я? Нет, ты не сможешь это понять. Здесь сотни не хватает. Ёпта, пересчитай.